Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Groove Castle. У меня 307 миллионов на кармане. По скиллам, друзья, здесь все прокачал. На второй плашке практически все. Остается нам только вот ледяночку прокачать, отравочку прокачать. Что это у нас? Ага, колонии прокачать надо будет полностью. Соответственно, кулдаун на этих колониях. И вот здесь вот. И вот здесь вот у нас пока еще закрыто. Ну, третья, как говорится, ячейка пока вообще закрыта у нас. Что мы будем с вами делать? Ну, вот тут я поставил вот такие вот пушки. Электрическая, просто кэнон пушка, отравляющая. И мне нужно поставить еще ледяную. Ледяную вот. Это ледяная башня, да? Ну, нам для этого нужно 30 гемов. Отлично, давай-ка попробуем с вами прокачать наших лучников. Наши лучники. Бродяжки. Они хоть улучшаются? Вроде как улучшаются, да? А вот эти вот я пушки не могу прокачивать. Или могу? Ну, для этого мы тратим с вами гемы. Гемы я не хочу на это тратить. Перебьются. Давай-ка мы вот этого вот червячка с тобой улучшим до соточки. Да? Я думаю, ты будешь не против. Сотый уровень, это же всегда хорошо. Деньги как вода. Очень-очень быстро тратятся. Так, нам нужно, по идее, улучшить вот эту вот башню. Тоже, я думаю, до соточки с вами дотянем. Так, сколько? 10 уровней? Вот так вот. Ну, сотый. Все, шикарно. Давай попробуем теперь нашу вот эту вот кэнон пушку. Хотя подожди, может быть тут что-то есть посолиднее. Да нету тут ничего. Поэтому давай улучшать. Тоже до сотого уровня. Тоже до сотого уровня ее дотянем. Вот так вот. Теперь попробуем улучшить наш барак. А как же без барака? Без барака никуда. О, сотого уровня тоже. Теперь вот эту мы с вами электрическую башню. Тоже до сотого уровня. Все пока будет у нас по соточке. Шикарно. Что у нас еще остается? Вот эти, по-моему, не прокачиваются. Или прокачиваются? По-моему, нет, да? Вот у нас как есть бар, так он и есть. Больше ничего у нас здесь не выйдет, что ли? Или выйдет? Подожди-ка секунду. Давай-ка мы, наверное, еще нашего... Ух ты! А давай вот этого механического, не? Никто не хочет. Интересно, стоящий или нет? Или все-таки нашего скелета будем прокачивать? Какой у него там? 22 уровень, а у тролля 52. А где же тут у нас Тони? Блин, я не знаю, друзья мои. Давай скелета возьмем, экипируем и прокачаем его до сотого уровня. До соточки. Даже побольше вот. Даже еще... Ой-ой-ой-ой-ой, как быстро у него... Как у него, друзья, быстро деньги улетают, а? Если бы вы только видели. Я могу ему одеть меч. Вот так вот. И колечко. На Poison дамаг. Он же у нас не отравляющий, по-моему, да? Если не ошибаюсь я. А что же у нас на Кинге? Вот на этом. А на нем ничего и не было. Нуб. Ладно, фиг с ним. Друзья, у нас всего лишь 91 миллион остался. Всего лишь 91 миллион. Быстро, быстро все это, друзья мои, тратятся. Деньги тут вообще... Деньги тут ничто, согласись. Тут просто вообще моментально все это улетучивается. Так, они у нас... Слушай, у них у всех давно за сотку. Ага, вот этот вот... Тут вот отстает паренек, да, у нас... Черный стрелок. Давай соточку. Что я делаю-то? Вот так вот. Кто у нас еще тут имбовый? Ну, по идее, вот эти вот ребята тоже. У него ровно сотка. А у этого голема мастера нету никакой сотки, поэтому надо повышать. Вот так вот это мы делаем с вами. Дальше кто у нас? Слушайте, друзья, вот этого вот паренька я поставил, да? Как его там величать-то, кто-нибудь помнит? Говорят, Хрона нужен мне. Короче, вот этого вот чувачка поставил я, Стона, да, и он мне
А, я его прокачать не могу. И он мне дал дополнительную ячейку. Вот вместо нее я поставил вот эту вот электрическую башню. Так, ангелочек, давай-ка мы тебе тоже до соточки догоним. Вот так вот, шикарненько. Элизабет, говорят, ерунда. Типа, убери Рэй и не позорься. И ставь кого-нибудь другого. Кого? Хрона? Ну, давай Хрона. Посмотрим, друзья. Ну, что он из себя представляет от Хрона? Пускай будет стоять. Что, все, максималка, что ли? Ух ты, а это что? А, тут же у нас... Тут же у нас... Давай. Скелетик ушел куда-то. Вот, посмотрим, что делает этот Хрона. Ускоряет игру на 13,3%. Получается, да? Скорость. Ну, что у нас по ведьмочкам? Ведьмочки отставшие. Как же так-то? Соточка, как минимум. Как минимум, если мы хотим с вами дальше продвигаться, их нужно всех проапывать. И без этого никуда, друзья. Ну, никак. Я уже пытался, что-то меня там душат. Ничего у меня не получается. Слишком слабоват, говорят мне противники. Типа, Рэй, иди отсюда. Ты слишком слаб. Так, снайпер, у тебя что такое? Что там у тебя по уровню? Совсем все не задалось, да? И вот здесь у нас. А тут все отлично. 113, 134 и 100. 108. Нет, парень, так не пойдет. Давай хотя бы до 120. Вот так вот. Вроде бы неплохо. Вроде бы, друзья, неплохо. Все. Пока больше я здесь сделать ничего не могу. Что я хотел? Я хотел навестить дракона. Но мне почему-то кажется, что вряд ли я его смогу опять же одолеть. У нас остается вот красный дракон. Битва у нас с ним. Блин, прикинь, 300 с лишним лямов было и все спустил. Ну, давай посмотрим. Мне кажется, ни шиша у меня не получится. Угу. Он вжаривает, как всегда. Он вжаривает по черноку. Ой-ой-ой, какая тут обалденная скорость-то у нас. Ну-ка, давай. Не слишком ли громковато, друзья мои, а? Блин, мне никак с ним не справиться. Смотри. Никак не получается. Слабоват я еще. Блин, 300 с лишним лямов запустил. Коту под хвост. Что укреплялся, что не укреплялся. Так, надо сделать чуть-чуть потише. Что-то как-то громковато, по-моему. Ну, вроде бы так нормально. Так что же нам тогда с вами делать-то в этом случае, друзья мои? Ну, хотя бы волны я смогу дальше проходить. Кстати, как видите, я на 1045 волне в данный момент. Кстати, мне нужно кое-что активировать. Да, мы с вашего позволения посмотрим видосик, который даст мне на 20 минут автобоя. Да, я думаю, это будет оптимально для меня. Там и автобой, по-моему, и трехкратная скорость. Да, там будет трехкратная скорость еще. Как раз то, что мне нужно. Ой, ну давай, давай, давай. Всех этих скелетов. Ну, в данный момент я прохожу эти волны. То есть прокачка не бесполезная была, а очень даже полезная. Босса я валю, как сосунка. Раньше этот уровень пройти не мог, друзья. Ух, смотри, 722 тысячи за просмотр видоса. 700, почти лям. Ну, я пока этим заниматься не буду. Я не буду этим заниматься, потому что мне нужно что? А мне нужно, друзья, посмотреть. Да иди ты в пень. Вот эту штуку. Вот эту штуку я смотрю, мне дает трехкратную скорость. Угу. На 20 минуточки я получил. Вполне устраивает. Как раз на видосик мне хватит. Слот для героя. 690 рублей. 690 рублей, обалдеть, блин. То есть я могу вот так вот просто дополнительного героя взять, да, сюда. По идее тогда мне вот это вот... А, это автоматически же оно дается, да, когда мы с вами расстраиваем. Вот это вот что такое, друзья мои? Вот это, что вот это эксп? И неактивно почему-то. Так, у меня скиллпоинт очков нету, да? Идти куда нам не идти? Идти сюда, если только... Посмотреть, тут я тоже, ну, сколько смог, друзья мои, столько захватил территории. Тут еще, в принципе, можно было бы побуянить. Ну-ка, посмотрим, я осилю. Но, в принципе, сейчас-то я уже прокачан, я должен тут осилить. Согласись. Так, тройную скорость давай ставим, так, ух. Так.
Да вообще без вариантов, друзья. Без вариантов. Он просто сдуется сейчас. Да давай, хорошо тоже выкабучиваться. Ну, вот тут и оно. Вот тут-то и оно. Так, улучшаем. Вот. Кстати, у нас, если не ошибаюсь, автобой делается как? Если мы с вами заходим сюда, да, и ставим, предположим, вот эту вот монетку, вот эту вот, то она нам дает автобой. Но не копятся у нас, по-моему, деньги и гемы, если я не ошибаюсь. И насчет вот, не понял, друзья мои, все-таки кто-то говорит, что лучше лучники, кто-то говорит, что лучше пушки. Я так и не определился, что же все-таки лучше, пушки или лучники, а? Слушай, а замок я больше... Он, мне кажется, больше не будет улучшаться у меня, да? Лучники тоже ничего не будут менять. Как они сейчас в данный момент выглядят, так они и выглядят. То есть, грубо говоря, у меня просто будет расти урон. Никаких добавок здесь больше не будет. Здесь, ну, фордж, который сказали мне бесполезный. Вот здесь вот я не понял, друзья мои. Орк Варкерс. То есть где-то я могу захватить орков. Я вроде бы как бы дрался на их территории. Это где-то вот здесь, если не ошибаюсь я. Это территория орков. Даже можно посмотреть, какие у них тут замки. Ну, где именно получить вот этот вот орк Воркер? Откуда он выбивается, я пока не могу понять, если честно. Может быть, я еще пока слабоват. Такой тоже вариант может быть. Но давай попробуем вот здесь вот еще побомбить. Видишь, пока здесь просто баф. Получаем мы с вами баф, да? Так. Вы где-нибудь видите автобой? Я еще-то автобой тут никакого не наблюдаю. Хотя монетку я вроде бы поставил. Ну ладно, в любом случае мы сейчас разбомбим. То есть мы бомбим с вами, захватываем новые территории. Соответственно, у нас с вами деньги текут рекой. Ну, согласись, 300 лямов. А раньше для меня было 5 миллионов, да? Много там, просто там радовался как ребенок. А сейчас, как вы видите, 300 миллионов сливаешь просто за 3 секунды. Ничего существенного не прибавляется у тебя. Очень тяжело. Тут вот тоже как-то нам дальше нужно продвигаться, но... Очень мощей маловато. Ну, давай посмотрим, вот смогу ли я вот на 2-300. Ну, глянь, просто ради интереса. Просто ради интереса, смогу ли я здесь выиграть. Естественно, ускоряемся. Вот так вот это все делаем, прожимаем. Слушай, ну, в принципе, друзья мои, реально подбить его. Вы сами прекрасно видите, он даже не сопротивляется. Ну, давай вот так вот еще прожмем маленечко. Да, тут без вариков. Слушай, так я могу тогда, получается, дальше улучшать и расширять свои границы. Ведь получается так. Получается так, я победил. Это 2000-ная, да? Мощь там была, по-моему, 2000. Слушай-ка, ну... Вот это вот, ну, может быть, 8000 я, конечно, не смогу подбить. Но 2000, наверное, где 1600-1500. И вот это вот, вот все полностью смогу здесь захватить. Вот этих синих, как говорится, истребить. Давай вот максималку глянем сейчас. Ну, 2200, да, у синих, получается так. Я их должен одолеть. По идее, так должно быть. Ну-ка, проверяем теорию Кука. Ой, друзья, смотрите, он просто бесполезно. Он ничего сделать не может. У него даже кто бы там ни вышел, мы их просто на подходе уже уничтожаем. Так что тут все понятно. Тут только глупец не сможет понять, что я здесь их всех разбомблю. Угу. Ладно, это мне в плюсик идет. Значит, я уже, в принципе, для себя знаю, что мне делать за кадром. Слушай, друзья, а что же тогда остается делать? В чем принцип игры? По-моему, все, уже становится одна типка. Нам, наверное, может быть, пора закругляться с этим. Нет, но мы можем с вами развиваться до тех пор, пока не сможем забомбить этих драконов. В чем я очень сильно сомневаюсь, что мы вообще сможем их когда-нибудь забомбить. Кто-то сказал, что надо что-то сделать, и тогда они вообще будут изи, эти драконы. По крайней мере, красные. Ну, как видите, пока я еще, ну, слабоват. Слабоват. Я вот пол хп где-то отнимаю у него, а дальше все. Не хватает его прожать, друзья. Смотри. Почти. Кстати, а если мы сейчас уберем вот эту вот монетку, которую я с вами взял, да? Если я ее сейчас уберу и поставлю сюда, ну, предположим, отравление, да? Или же
Или же мы можем с вами... Я даже не знаю. Слушай, мне кажется, вот против огненного дракона огненный лук это как-то не звучит. Может быть, все-таки здесь надо купить ледяной лук? Ну, против огненного дракона, мне кажется, ледяной лук здесь будет самое то. Я могу ошибаться. Но проверить там ведь можно. Да? И герой бы здесь как раз бы, знаешь, какой нужен был бы на самом деле. Какой-нибудь ледяной, типа вот, Зиро. Мне кажется, это было бы вообще оптимально. Я могу ошибаться, но стихия огня всегда, там, например, стихия льда всегда побеждала стихию огня. Это к бабке не ходи. Ну, давай еще разочек попробуем, а? Давай еще один разочек с тобой попробуем замутить. Посмотрим, будет ли какой-нибудь эффект от этого. Ты видишь какой-нибудь эффект? Я ничего не вижу. Никакого эффектуса нету. Как он вжаривал мне по полные помидоры, так он и вжаривает. Смотри. Мы пытаемся с вами вроде там как-то отхилять свою базу, но... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Совсем чуть-чуть буквально не хватает. Совсем капельку. Не хватает мощей. Слушай, ну если, например, будем просто волны проходить, а что нам это даст? Ну, это вообще ничего не даст, мы просто будем с вами получать гемы, да? Ну и деньги зарабатывать немножко. Ну, продвинемся мы немножко с вами по количеству пройденных волн. И все, друзья, и все. И больше, как тебе сказать, никакого прогресса в этом не будет. Слушай, кстати, насчет дракона-то, может быть, нам вместо Хрона взять некроманта? Может быть, тогда я смогу пройти красного дракона, а? Как вариант, кстати, давайте-ка проверим. Я же совсем забыл, что у меня здесь есть некромант. Так, где этот родной мой? Где он там стоит-то? Кто он там спрятался-то? Некромант, вот он, некромант, он, правда... А что, у него 21 уровень, это максимальный получается, что ли, да? Экипируем. Хорошо, вот он стоит у меня довольный. Колечков у него нету, естественно, оружия тоже у него никакого нету. Сейчас мы с вами попробуем это дело замутить. Против боссов вроде бы он должен... заходить хорошечно, да? Поехали, может быть, все-таки одолеем мы его. Попытка, не пытка. Но, друзья, по-моему, мы ему сейчас вжариваем очень хорошо. Смотри, у него здоровье просто улетает. Или мне просто это кажется. Или мне просто хочется, чтобы так было. Блин, жалко в тобой нет. Да, я его сделал. Друзья, слушайте, я выполнил миссию сегодняшнюю, которую перед собой ставил. Завалить этого красного дракона, я его сделал. Плюс получаем кольцо на электрический дамаг. На электрический дамаг. Это кому такое колечко зайдет? Естественно, Зевсу. Но у него стоит уже кольцо. Причем у него стоит, я не знаю на что. А вот мы уберем его и поставим на... электрический дамаг. Вот так вот. Это будет самое оптимальное. Вот где выбивать молот для него, пока не знаю. Слушай, давай-ка еще бомбанем этого дракона. Мне понравилось его бомбить. Смотрите-ка, плюс 5. Что это такое? Тысяча... Это он улучшается, получается? Ну, не может быть такого. Ну, проверим. Поехали. Ты хочешь сказать, что ты улучшаешься, дракоша? А? С каждым боем. Сейчас мы проверим, друзья мои. Должен я его забомбить. Хочет? Да. Так, что там нам выпадет? Ух ты, подвесочки. Критический урон. Слушай, неплохие, да? Это даже не подвески, это скорее всего серьги. Конечно, забираю. Кому только критический урон? Кому повысить? Наверное, лучше стрелкам. Стрелкам, да? Почему у этого парня нету лука? Так, что у них там за подвески висят? Покажите-ка мне. Огненный дамаг. Кто-то мне говорил, Рей, зачем ты повесил подвеску на огненный дамаг? Стрелку. Действительно, зачем? Надо снимать. И вешать, в конце концов, вот эти вот. На крит. Вот крит это то, что нужно. Согласись. Так, здесь у него... фаер дамаг. Слушай, подожди-ка, фаер дамаг, а кому тогда я могу поставить на фаер дамаг, если это лук?
У меня же нет огненных лучников, или есть? Или в дальнейшем кто-то будет? Может быть, вот здесь фаер дамаг ставится, да? Метеор. Скорее всего, да, скорее всего, так оно и будет. Именно вот огненным магом фаер дамаг самое то. Элизабет, я... Вот не знаю, Элизабет, она кто у нас? Она у нас что-то с водой связано, да? Увеличивает скорость атаки. Кракен дамажит 5 монстров. Ну, это, видимо, ну, какая стихия, я не знаю. Лед. Лед, отрава. Что-то она не подходит ни под одно описание. По идее, должна быть вода. Но у нас нету водяного. У нас кто? Молния, огонь. Отрава. Молния, огонь, отрава. И электричество. Ну, молния это и есть. Отрава, огонь и лед. А водички нету. А кракен, по идее, как бы, ну, относится к стихии воды. Ладно, давай еще разок его бомбанем. Я, да, друзья, он с каждым разом все усиливается и усиливается. Но мне-то плевать. Я тоже крепчаю и крепчаю. Давай, друзья. Вот эту вот башню я не понимаю, что она дает. Я ее прожимаю, и толку никакого от нее, если честно. Без автобоя, конечно, сложновато. Приходится вот так вот постоянно кликать. А на автобой, я думаю, мы бы его вообще рвали с вами. На изи. Так. Ну, что? Посох. Голд. Вот что это такое? Вот что это за голд? Ну, голд, понятно, деньги. Ну и куда я этот посох воткну? Ну, могу, наверное, ведьмочки, да? Ага, ведьмочки. Что у тебя тут за лук? Пойсон дамаг. Нет, парень. Пойсон дамаг это не для тебя. В плане я не могу ее взять. Я не могу одеть. Потому что посох это не для нее. Ей нужен лук. Потому что у нее там лучники. Так ведь? У нее же лучники. Скелетоны, да. Хорошо, тогда мы поставим. Слушай, пойсон дамаг. А, вот он что, фаер дамаг. Экипируем. Друзья, мы с вами, ну, огонь прокачиваем, да? Значит, критикал дома. Давай так вот сделаем. Хотя, подожди, у нас лук на фаер дамаг, соответственно, вот это вот. Да, да-да-да-да-да. Убираем. А вот это вот вешаем. Как бы все на огонь. Все на огонь. Ну, у меня же эти сумоны, скелеты, лучники, они же не огненные, так ведь? Они просто лучники. Но у нас идет прибавка к огненному дамагу. Что-то я, наверное, не то делаю, друзья, да? Наверное, я делаю не то. Все-таки фаер дамаг, что лук, что подвеска, они, скорее всего, нужны магам огня. А вот обычным вот этим вот лучникам нашим, да? Вот здесь, например, кто? Дороти, кого она там вызывает? Двух магических. Двух магических, да? То есть я вот могу сюда поставить вот этот посох. У нее, то есть, на голду все идет. Я думаю, что есть... Так, они у меня какие? Они у меня... Ну, просто атакуют. А чем? Непонятно. Да? Какие там? Огненный скелет или какие? Просто призываем двух... этих... Два... Скелета мага. Призываем. И все. Какие маги, не написано. Видимо, если я буду снабжать ее посохом, например, на огонь, значит, у меня будут огненные, да? Скелеты. Если посох с ядом, значит, у меня будут ядовитые, блин, маги-скелеты. Ну, как-то так, наверное, должно это работать. Ну что, давай еще разочек наковыряем, как говорится, на дорожку ему. Вы, друзья, писаните мне, пожалуйста, в комментах, что тут дальше делать. Потому что иначе мы с вами просто на одном месте будем топтаться, и смысл от этого... Смысла от этого никакого не будет. Я могу созвать видосик, да, раз в пятилетку, показать, как, до чего я, например, дошел, до какого прогресса. Устроит вас такой вариант? Если да, то можно так, в принципе, и остановиться. Ну, ну пробьем, прожали. Прожал. Фу, я же думал, сейчас сдуемся. Нет, все-таки немножко хп у нас осталось, и мне выпадает лук. Ну, крит шанс, видите, 3,9%. Это ставится обычным лучником. Типа вот этим вот, да. Вот, снайперу.
Ну, снайперу самое то. Вот у него, видите, дамаг здесь идет. Ну, и также шанс, крит. Вот так вот. Чтобы улучшить, мы, по-моему, с вами тратим... А, нет. Тут тратим мы с вами голду. Ну, по-моему, такой ничтожный прибавку нам дает. Ой, ну вы сами видите. Очень много тратишь, и такую ничтожную прибавку дает. Я думаю, что здесь, наверное, фиолетовые, да, шмотки есть. Я не знаю, здесь есть эпические какие-нибудь золотые шмотки или фиолетовые, это самые последние. Пишите в комментах, будет тоже интересно узнать. Да-да-да, видите, деньги просто моментально кончаются. Естественно, волны лучше проходить на автобое. Поставил, ушел, забыл про них, они тут бомбят себе потихонечку. Голда к тебе капает, да, уровни проходятся. Потому что ты прикинь, вот так вот сидеть перед экраном и смотреть тысячу волн, как ты проходишь. Да лучше вздернуться сразу же, елки-палки, чем вот так смотреть тысячу волн. Не понимаете, да, о чем я? В принципе, наверное, друзья, будем и закругляться, потому что больше я не знаю, что нам еще здесь сделать. Красненького дракона я побил. Я и хотел. Я старался. Все у меня вышло. Все четенько. Волны проходят. Деньги нам дают. То есть за каждую волну нам дают почти по ляму. То есть, представляешь, 30 волн, 30 лямов. А у меня было 300 лямов. То есть мне нужно 100 волн пройти, чтобы оправдать эти деньги. Да, друзья мои. Ну, в общем, буду пока, знаете, что делать? Расширять свои границы. Они у меня здесь большие. Тут очень много чего надо проходить. Но это, конечно, тоже лучше делать, когда у тебя есть автобой. Автобой стоит здесь недешево на самом деле. Ты посмотри. Если покупать его по деньгам, да, 10 часов автобоя стоит 340 рублей. Это не дешево для такой игры, друзья мои. Не дешево. Поэтому я обычно как делаю? Смотрю вот это вот трехкратное ускорение, да, плюс ставлю монетку, запускаю эти волны и все. Ну, на 20 минут всего лишь. Но этого достаточно, ну, за 20 минут можно неплохо набомбить. Так что, друзья, на этом закругляемся. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.